Власти страны предупредили о резком ухудшении погодных условий в связи со снегопадом, который продлится несколько дней. В провинции Табук, расположенной на северо-западе Саудовской Аравии, рано утром 18 февраля начался снегопад, а на выходные снега ожидается гораздо больше. Об этом сообщило издание «Эль Арабия». Власти страны выпустили погодные предупреждения для нескольких регионов королевства, предупреждая, что ожидаются сильные грозы, сопровождаемые сильными ветром и обильными осадками в виде снега и дождя. Гражданская оборона заявила, что экстремальные погодные условия затронут столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, Мекку, Медину, восточную провинцию, Касим, Табук, Хайль, провинцию северной границы, Асир, Аль-Баха, Джазан, Наджран и Джаф. Сейчас снег покрывает не только север Саудовской Аравии, но и часть Сирии, Ливана, Израиля, Иордании и Египта. Он блокирует дороги, нарушает движение транспорта. В некоторых университетах приостановлен учебный процесс. Маша Аллах. Табарак Аллах. لا تأثرت. لا تأثرت.